політологи, коментатори, експерти. Скільки ж їх розвелося? Вони ходять по всіх каналах, коментують політичні події і думають, що добре на цьому знаються. Бандерлоги знайшли експертів, які насправді знають, що говорять. Настав час почути їхню думку. Когда мой сын сидел, она тоже сидела. Она делает пластические операции, потому что у нее мордашка такая. Юлия Тимошенко – мать дракона. Ну, кто активный, кто пассивный. Это личное дело каждого. Яценюк и Грозник, они поладили, потому что они дошли общего концесса. Потому что они... Грозный и Яценюк. Мужчины тоже могут стали делать, что хотят. Между собой они имеют какой-то контакт. Я читал в интернете, вчера вечером читал. Любого человека можно подставить. Есть мошенники, которые кидаются под машину. Подстава. Сына Супича могли запросто подставить. Может быть, мальчик кинулся специально. Все бы хотели без рук. Если бы в Украине за воровство отрубали руки, то, слава богу, депутаты нажимали бы педали.